Мастер по ремонту оборудования газового цеха металлургического комбината Константин Ермаков признан лучшим работником предприятия по итогам минувшего месяца. Как проходит его смена, выяснила Ксения Перчаткина. Работа у Константина Владимировича – это не стан или агрегат, а сотни километров газопровода. Мастер по ремонту оборудования может оказаться в любом, самом отдаленном месте металлургического комбината. Там, где возникла утечка газа или какая-либо неисправность. Основная задача газового цеха – это бесперебойная подача газа цехам-потребителям. Мы ремонтно-механический участок занимаемся ремонтами газопроводов доменного коксового природных газов. Также какие-то плановые работы проводим в газорегуляторных пунктах. Газоочистки доменного газа, ну и газосбросные устройства. Работа коллектива газового цеха всегда на виду. От их профессионализма зависит продуктивность технологических цехов – коксового, доменного, а также прокатных. Не обходятся без газа и электростанции, ККЦ и ремонтные подразделения. Поэтому здесь работают только опытные и ответственные люди. Когда он пришел к нам в цех, он сразу показал себя с лучшей стороны. Всегда ему было интересно, какие процессы происходят на производстве, где опасные факторы, вредные факторы. Всегда стремился быть лучшим в бригаде. Работа Константина Владимировича считается особо опасной. Газ ошибок не прощает. Зато, считает мастер, благодаря своей деятельности он всегда в отличной физической форме и в тонусе. Да и смена у Константина Ермакова всегда разная и пролетает очень быстро. Ксения Перчаткина, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.